один из самых крупных и лучших пабликов, посвященный тематике GTA. Вселенная GTA. Заходи, подписывайся. А перед началом ролика хочу передать привет мистер Рокезу. Привет тебе, дружище. И если кто-то из вас хочет, чтобы я также вам передал привет, то напишите в комментариях какой-нибудь комментарий, и потом я выберу комментарий. Также можете добавлять меня ВКонтакте, в Перископе, в Инстаграме. В общем, если что, все ссылочки в описании. Ну и также, ребят, не забывайте подписываться на канал. Для меня это очень важно. И поставить лайк. Я думаю, вам это не сложно. Ну что ж, всем приятного просмотра. Он мне кости все переломал, алло. 113 ID, чувак, 113 ID. Это опять жирный аккаунт, по-моему. Сейчас посмотрю, какой левел. Что ты делаешь, господи? Что ты делаешь? Это просто... Ты знаешь, что тяжело так этот ритм на клавишах поддерживать? Да? Да. Всем привет, ребят, привет, YouTube, с вами Чумаков, сейчас я играю в GTA сам, если что, ребят, IP сервера, на котором я сейчас играю, есть в описании, ребят, заходите обязательно, я вас здесь обязательно жду, и еще вас здесь обязательно ждет кто? Правильно, Кофи Вайт, привет, Кофи Вайт. Всем привет, ребята. В общем, ребят, сегодня мы будем ловить читеров. Я, ребят, вообще сначала хотел сделать проверку админов, но у меня, ну, так скажем, нету идей. Мы вместе вот с Кофе сидели, думали, короче, что снять, и, в общем, нету идей. Если, ребят, у вас есть идеи какие-то, то обязательно пишите в комментарии. Я обязательно все комментарии читать буду, и, в принципе, может быть, кто-то, ну, посоветует хорошую, так скажем, проверку. Ну, также можно советовать для админов, то есть как можно админов проверять. В общем, ребят, все ваше мнение, все идеи пишите в комментариях. Ну что ж, короче, сегодня мы будем ловить читеров с тобой. Мы, ребята, в общем-то, Саня будет телепортировать их ко мне, и я буду уже над ними издеваться. Да-да-да. И, в принципе, вы в дальнейшем увидите, как он будет издеваться. Кстати, знаешь, какая есть команда у нас? Ты где, кстати? Какая-какая? Вот он, я пишу. Подожди, я сейчас отлил. Смотри. Все, отлил, давай. Смотри, сейчас покажу тебе. Вот так вот. Ну уже? Ты не увидел? Вас изнасиловали? За что? Кстати, вот смотри, можно так вот, допустим, ну, читера телепортнем, да, и мы его по очереди будем так насиловать. А как? Слышишь, напиши команду, что это я могу тоже? Команда, да, ты тоже можешь, чувак, да. Так, сейчас я... И его айдишник. Короче, смотри, я сейчас буду искать читеров, и когда уже найду, в принципе, мы... Что? 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 А почему, типа, я тебя нагнул? В смысле, господи? Я у себя какая-то тут вариант. Ой, ладно, короче, я пошел искать читеров. Ух ты, Маша тут какая-то. Подожди, Машку. Машку-заляшку. Маша. Так, подожди, Маша. Во, в сети. Так, 190 ID. Я наблюдаю, она была кикнута за телепорт или аирбрейк. Сейчас я скажу тебе, какой она левел. Она у нас третий левел всего. Третий левел. Да, может быть читер, и, в принципе, сейчас мы посмотрим это. Если что... Да, это читер, да? это читер. Телепортируй. Так, get carry. Сейчас запрямь за свою работу. Carry. 190 или какой? Я забыл. Что да, 190. Что у тебя за память куриная? Всё. Давай быстрее. Все, где она? Машенька? Телепортируй еще раз. Господи, я неправильно команду вел. Она офнулась. Как? Она, видимо, реально офнулась. Либо... либо ее второй... Да, я запомнил. Либо ее второй раз уже кикнули. Да, ее второй раз кикнули за телепорт. Всё, так, сейчас... Она... Давай еще раз. Да, как она заходит? Я сразу ее ТП-шу к нам. Я понимаешь? Сразу ее насилую. Да. Нет, типа, давай... Ты ее еще избивай. Так. Вот, зашла. Так. Сейчас стой, она пароль вводит пока что. Да, кстати, ну ладно. Да. Сразу. Так, а я пока что вожу команду нашу заветную. Так, 39 ID. И что ж, ТП-шим? Не, давай. Типа, будем говорить, типа, ты попала в неприятности, все такое, типа, и сейчас с тобой кое-что будет. Ну, в общем, давай разыграем сценочку. Давай, ладно. Привет. Я тогда пока что не буду. Привет, Лапуль. О, Машка. Привет, Машечка. Лапуль. Привет. Лапочка. Неужели сейчас офнится? Господи. И, кажется, может все-таки офнуться, потому что засал сразу. Ну, если офнется, то я сразу дам, в принципе, бан. Как бы. У-у-у! Так, все, я думал, алло, уже уходит. Алло. Зайка. Ну-ка, подкати к ней. Стой. Стой такая. Стой. Давай, подойди к ней. Скрин. А, ну заскринился. У вас драка уже, да, пошла? Подожди, сейчас я нагну ее, подожди.
Опаньки. Вот Лена уже подлетает, она подлетела, ты видел? Да. Как она так прыгает, смотри. Давай, сейчас все зависит от тебя. А я ее уже изнасиловал. Слушай. Сейчас все зависит от тебя, так, из нас еще раз. А, раз в 30 секунд можно, давай. Сейчас все зависит от тебя, и говори, банить ее или варнить. Потому что в комментариях мне много пишут, то, что я неправильно, типа, делаю. То, что нужно некоторых просто банить. То, что нужно вообще всех подряд банить. А я, как бы, добрый админ, и, типа, ну, давай. Не, говори. В этот раз давай ее забаним. Давай еще раз подожду сейчас, когда ее смогу еще раз насиловать. О! Оп, заляжку ее еще. О, все. Так, бан 39 чит. Все, раком, вот раком вот. Баним. С поцелуйчиком, это же девочка, да, к ней надо относиться хорошо. Так, IP-адрес не будем банить, в принципе. Ну что ж, первый читер на сегодня есть, и сейчас мы ищем следующего читера. Смотри, тут, короче, нам написали, что, типа, смотри, я чит, давай я сейчас послежу за ним. Так, давай. Так, 86 иди. Понятно, короче. Это мент, и типа он решил просто засветиться. Давай его тоже сейчас все равно изнасилуем. Раз он хочет, так обманывает. А, раз он хочет засветиться, да. Окей, разочек так. В попку его пихнуть можно. Что ты говоришь? Кофе Вай, ты же культурный. Теперь будешь знать, что обманывать... Нехорошо. Это нехорошо. Честно. Что обманывать это нехорошо. Ну что ж. ХПшечек быстро. Я его тоже попробую. ХПшечек, давай. Так, сет ХП. А нет, я тебе дам лучше, знаешь, как МП, и выдать здоровье вот так вот. Таким способом. На нафиг. Хорошо, сэр. Ну и в принципе я напоследок сейчас его из нас. 86. Ой, мне дали денежек. 228, господи. Он подкупил тебя, смотри. Так, ладно. Сет ХП 86 и 0. В принципе, я думаю, он. Смотри, он пишет еще можно. Еще мой. Лёг, смотри, он лёг. Ему, видимо, нравится просто лёг он раз. Ладно, в общем, сет ХП 86-0. Я думаю, он понял то, что больше обманывать меня не стоит. 76 чит пишет. Чувак! Да. Ты что, решил я пошутить, просто, что я ли? Я решил проверить твою реакцию, ты просто резко я, да, Люк сразу так, знаешь, типа 76 чит. В репорт очень редко пишут, потому что читеры в основном не палятся. И типа беспалево все делают. Вот, реакция так. Топовая. Вообще так, 201. Я думал, ты сейчас начнёшь следить такой, не знаю, не поймешь скоро даже. А я понял, я же посмотрел на твои 113 ID, чувак, 113 ID. Это опять жирный аккаунт, по-моему. Сейчас посмотрю, какой левел. Чувак, это 22 левел. 22 левел и был кикнут за читы. Это просто жесть. Так. Что? Ух ты, зашел еще один подозреваемый. Ну, пока что он стоит на месте, в принципе. 178. ID 178. Смотрим. А, он в интерьере. Я уж подумал, что за бред тут творится. Сергей. Лучше смотреть за тем, кто там сейчас на месте стоит. На месте, думаешь? Да. Ну, типа, он сейчас стоит там, не знаю, может, открывает меню, там, чита. Может быть. Ой-ой-ой, он дэмит, прикинь, он дэмщик. Кто? Он чисто, сейчас я начал следить, и варн 25, так, это не тот. Нет, сейчас я джайл. Я, конечно, мог сейчас этого человека заварнить, но хотя я не видел всю суть. Так, а это вот этот, джайл, которому сейчас выдали варн? Не-не-не-не-не, нет, это не тот. Так, джайл 113. Так, давай я посажу на 10 минут. ДМ, вот так вот. И кик 113 ДМ. Вот так вот мы сделаем. Отлично. О, 94 чит. 32 чит. Так, да? Да. 32 мой. Прикусить. Мой, 32 реально чит. Он ездит. Давай. Он, знаешь, он ездит на машине, на полицейской. Притом, он, знаешь, какой левел? Он первый левел, он ездит на полицейской разокрашенной машине. Так. Это норма. Так, get here 32. Так, подожди, сразу мы его не насилуем. А где он? Get here 32. А его кикнули, что ли, господи? Он кикнулся? Он телепорт или аэр... Да, видимо. Господи, точно? А что, серьезно, что ли? Вот он. А, вот он. 35-й. Стой, подожди. Как? Что? Я его не тпшился сейчас. Как он, типа... Что, блин? Подожди, получается, ты его телепортировал, но... Я его телепортировал, его кикнуло, его античит кикнул, и он сейчас, видимо, перезашел и тпшнулся ко мне, понимаешь? Что? Чё это за погода? Читер не хочет, чтобы его видели. Зачем читеришь? Задавай ему вопросы, типа, зачем он читерит?
Я полетел? Полетел. Да, нарвись на него, да, проблемы, типа, давай. Поговори с ним по-пацански, типа. Ух ты, полетел! Полетел! Его забанил, короче, другой человек. Ой, господи. Ладно, в принципе, я хотел его только-только хотел забанить, его как бы забанил другой админ. Ладно, в принципе. Я его проучил, слушай. Ну ты его, мы его проучили, мы его изнасиловали, да-да-да. Давай, короче, назови какую-нибудь рандомную цифру чисто и, в принципе, начнем за ним следить. Блин, просто, может быть, наткнемся на читера или, не знаю, на деймера, то есть бывает такое. Давай, ну, давай, 80, давай 67, например. 67? Не, давай 37, например, не знаю. 37, да? Так, 37. Давай, начинай с этих. Здесь какой-то чисто бомжик. Чисто бомж? Да, бомжик. И, кстати, тут был человек, кикнут Кевин Диас за телепорт или аэрбрейк. В принципе, сейчас мы параллельно и его чекнем. Так. Кевин. Ой, он тпшнулся или что он? 37. Тпхнулся? А, не тпхнулся. Он... Это чувак! Ты чё, Ванга, что ли? Господи! Это читер? Читеры! Да! Да? Get Harry 37. Давай. Get Harry 37. Где он? Вот он, вот Ку? Он, вот он. Ку? Это... Стой, это... Это тот же, что ли? Кирилл, да. Короче, сейчас мы его по IP банить будем уже. Чё он? Это моя тачка была. А, зачем ты... Зачем чё? Ты... Чё? Зачем ты читеришь? Так, какой у тебя ID? 76. 76. А чё, он мне кости все переломал, алло. Как я так сдох? О, братья. Так, братья. Так, из нас 37. Сейчас, подожди, он ответит на вопрос? Типа, зачем ты читеришь, дружище, зачем ты читеришь? Что такое читы? Гони мою тачку. Короче, он строит из себя как бы дурачка, и я ее красиво сделал. Короче, давай, насилуй его, насилуй. Все, просто. Давай. Насилуй и просто сейчас, я его баню. Вот, смотри, я просто вангую. Бан. Слышь, 37, такой, чит. Давай, бей, изнасилуй его, короче. Я уже его насиловал, я ж сдох при этом. А, да-да-да, ну попробуй еще раз изнасиловать. Ну ладно, все, так сойдет, так сойдет. Так, чит, все. Давай мы его по IP забаним, да, потому что так уже, ну, не он стоит. Он заходит просто который раз. Да. Что ты делаешь, господи? Что ты делаешь? Это просто... Ты знаешь, что тяжело так-то этот ритм на клавишах поддерживать. Да? Да. Ида. О! Чувак, это читер. Это? Да. Я, походу, наткнулся на читера. Он переворачивался и потом резко, короче, встал на обратно колеса. Типа, чтобы так не взорваться. Есть, есть. Да? Да. Я так. Смотрел сейчас у кого-то, помню. Да? Наткнулся, да, на такой ролик. Типа, Клео есть там, берет, хоп, поднимает. Вот, и, кстати, на него написали 117 airbrake. Не, ну, он... Стой, подожди, он как-то странно... Он, во-первых, странно едет, эта машина, мне кажется, так быстро не едет. Короче, чуваки, это читер, это однозначно читер. Так, get... ко мне. Get Harry 117. Нет, подойди ко мне, подойди. А ты где, ты где? А я сразу за тобой начну следить. 76, все. Давай, типа, говори, почему ты читеришь там, спрашивай вопросы, давай. Я пока посмотрю, какой он левел. Чувак, это 9-й левел. Это 9-й левел, господи. А че его скутузило, смотри? Я не знаю. Че там плохо? Ему плохо, видимо. Че еще плохие ставят? Так, он пишет, кто? Ты? Признавайся, так вот. О, Сергей телепортнулся. О, тут разборка, просто сборище. Так, все, Сергей сразу, понял. Так. Читер. Нет, не я. Нет, не ты. Я, кто? Знаешь, так еще пальцем можно было бы него показать, так все пальцем тыкнули в него. Куда он делся? Он офнулся? Он офнулся. Керри 13. Зачем ты... Сейчас, подожди. Ты 9-й левел и читер, Риш. Зачем? Зачем, дружище, зачем? Ты 9-й левел, ты используешь спидхак и вообще очень палевно используешь спидхак. И типа еще он, знаешь? Блин, еще отнекивается. Потому что... Тихо, подожди. Потому что... Я задал вопрос, зачем, он пишет, потому что жить надоело, видимо. А, это просто он типа ответил, потому что, типа, знаешь, как девушки иногда отвечают. Короче, давай, начинаем его из нас. Так, давай, 13... Просто начинаем из нас. О, сразу вдвоем впихнули, а? Так, давай.
А как я тоже хочу поваляться от смеха? Как он так завалялся? ХД давай. Написал? Да, он ХД, видимо, написал. Так, короче, я ему дам варн. 113. Варн? Щит, да. Ладно, давай варн. СХ. СХ. Если в следующий раз мы его заметим, то, в принципе, я думаю, ты знаешь, что будет. Так, с чем? Хотел быстро дом продать, меня убили. Убили, не мог продать и хотел читерить, вы меня поймете. Ясно, господи. Короче, что-то ладно, 13 чит, все, прощай, дружище, выдал варн, все. Ну что ж, я думаю, в принципе, нам можно с тобой, Кофи Вайт, мой дорогой кофеёк, прощаться, да? Ну, господи, ну давай будь культурным, давай. Будь культурным и... Ой, я не думаю опять одеваться, я выбрал, хотел не то выбрать. В общем, ребят, мы вам желаем удачи, здоровья и, в принципе, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И тут еще, кстати... Что это, господи? Это администраторы. Сразу такие сиганстеры подъехали. Администраторы тут тпшнулись. В общем, ребят, я думаю, вам понравилось. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, в принципе, всем удачи, всем здоровья и всем пока, ребят. Гангстера. Всем гангстера, да. Попрощайся. Всем пока, ребята.